Я здесь. Не убегай. О, нет, мама. Я никуда не уйду. Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю. Твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои чувства? Мои чувства! Да я провел последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту. Я 1000 раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь я вдруг понял... Нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, Кратос, мне не нужно. Ты идешь по пути. Мести. Он не принесет мира. Поверь. Ты... С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Ну, начинается. Советую тебе отвернуться, парень. Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю. Нет, мальчик. Стой! Нет! Нет, Атрей! Ты ранен. Дыши, дыши. Не моя кровь. Происходит. Я чувствую боль. Я снова все чувствую. Нет! Он стал уязвим? Слышишь, ветер? Мы движемся. Это стрела. Бальдор ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранит. Амела сняла чары. Его можно убить. Можно. Теперь я припоминаю. Так вовремя-то. Нет, женщина, не выйдет! Он хочет твоей смерти! Вы не остановите меня! Никто не остановит! Где он? Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Скоро все закончится! Вот! Трума!
Чувствую! Чувствую!
вы умрете, я хочу поблагодарить вас обоих. Вы сделали то, что не удалось даже Всеотцу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Какая ирония, а? Что? Когда же вы сдохнете? Он побежден. Не опасен. Ты не будешь нас преследовать. Ты не тронешь ее. Мне не нужна твоя защита. Ничего не можешь с собой поделать, мама. Что бы я ни сказал или сделал, все равно ты все равно продолжишь вмешиваться в мою жизнь. Я лишь пыталась тебя защитить.